случайное сражение персонажа, выбранные способности. Так, сетевая игра. Аудио. Fight! 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 Customize. Fight. Очень хорошо. Learn. Learn. Fight. Learn. Practice. To learn, practice. Frost, Sub-Zero, Tournament. Все работает, да? В общем. А что? Что-то не так. Не может же быть все плохо на моем компьютере. Надо посмотреть, подумать. Так, а что это такое? Давайте так сделаем. Вот так. Трансмиссию выключаем. Fight. Fight local online. Online. Давайте смотреть тестирование. Так нормально. Все в пресс. Что-то провисает, да? Online. Ranked set. Ranked set. Combat League. Ranked set. Combat League. Ranked set. Ну, let's go, ребят. Время воевать. Фига я весь реплю. Офигеть. Какая жесть. Говорит.
Смотрим сейчас, посмотрим, что делать. Так, ранкет маленький вроде. Ну, let's go, ребят. Frost. Scorpion. Дэдпул. Мёртвый бассейн. Захват. Погнали еще раз. Че за писание? Остается хп. Оп, какой-то выигрывается. Раунд
играть нуб. Так можно. Так можно. Хитрые задницы. Разрываюсь в Combat League. Неаккуратно играю, да? Совсем неаккуратно. Round one. Fight. Что за фигня? Нечистый парень. Round two. Fight. Проигрываю нубом. Чё за жесть вообще? Не нажимается так, как по локалке. Не нажимается вообще. Хочется лучше сделать, а не получается совсем. Вот так будет лучше. Так будет лучше. Ой, слишком громко. Слишком громко. Что уж, ребят, что-то совсем все плохо. Хотел все получше сделать, а получилось как обычно. Ночной геймер. У меня не очень FPS, чё? Чё за фишка такая? Frost. Frost. Scarlet. Да короче, на 70% сделать тогда эту систему. Что-то подвисает жестко. Прям реально жестко. Round one. Fight. Чел Перри пробует делать. Round two. Fight.
Хорош. Нифига себе. Ученик мы 75 ранга. Online Combat League ranked set. Let's go. Приятно так сидеть. Сидишь такой, в кайф. Тишина. Хорошо. Прям в кайф. Пса и Пава. Тоже чел начинает играть. Ну-ка глянем. Чё это? Scorpion Frost. Frost. Shaolin trap done. Ну, поехали, поехали, ребят. Let's go. Let's
Некогда смотреть. После кита захват. Тема. Я пытался реактить. Не получается, надо учиться. Пацан что-то знает. На прыжку захват. Победил меня. Жесткими нападениями. Round one. Fight. Мне КБ заряжен. А, не заряжен. Замочили его. Я ж присел. Я приседаю. Смотали этого чела. Размотали. Медленного. Ой, что-то неправильно сказал. Сильно. Спасибо. Спасибо. Попытались. Че это он вышел, что ли?
I, Combat League, ranked set. Combat League, ranked set. Посмотрим, кто следующий на очереди. Ждем. Ребята очень хорошо играют. Не скажу, что прям плохой уровень. Но прям ребята стараются. Показывают себя, чуть потише сделаю, а то что-то... Хотя сделаю вот так. Вот так сделаю. Вот так сделаю. Вот так нормально будет. Нормально, кого-то нашли. Кого-то нашли. Погнали смотреть. Frost. Noob Saibot. Shirai Ryu Fireguard. Noob Saibot — это... Да, тон уверен. Не видел такого оппонента. Зачем себе себя тише делать, оно и правильно, да. Согласен с тобой. Я и так тихий. Round one. Let's go, ребят. Let's go. Аккуратно играем. За кого? Смазида ТВ. Звоним, звоним ему. За Noob Saibot'а играю. Меня вот опять уничтожили, как обычно. Через стримлапс или ОБС? Через ОБС, наверное. Вот чел хорошо играет, да? Чел хорошо играет. Kick me. Класс у меня удар, как Kick me, да? А, он решил выбрать нового бойца. Хорошо. Выберем против Frost, надо подумать. Кого же мы выберем? А, без рук выбираю. Ребят, без рук выбираю. За Кабала сейчас буду играть. Мой максимальный уровень, прямо сейчас вы наблюдаете его. Прямо сейчас наблюдаете. Хорош. Oh.
зачем ты гонишь ты за Фрост? Конечно. Ну как хорошо получилось, да? Он молодец, он молодец. Юпи. Юпи. Фига наглость. Добьет, нет? Лизеродка. Ну, мат запрещен, это круто. Это очень круто. Отхожу. Он прыгает на меня. Отхожу.
him. Это было на тоненьком. Это был боец. Это был неплохой оппонент. Мы его уделали. Он пытался отзвониваться и миксапил нас. Да, очень хорошо миксапил. Мы на этом проигрывали. Online. Combat League. Ranked set. Нельзя пропускать на прыжке. Вот на прыжку мы съели. Получили фул комбу. Нужно блокировать. Пускай я захват съем. 120 дэмэдж. У меня 1000 хп. Я могу 10 захватов съесть. Но если пропущу одну комбу, это равносильно, что я пропущу 5 захватов. Ну или 4 захвата. Я не умею миксапить. Ты не умеешь миксапить? Ты с нами только что играл? Погоди. Так давай сет. Давай играть. Конфирмы на прыжек были очень хорошие. Я на самом деле шокировался, когда на прыжке не вообще. Ты с нами только что играл? Не вообще. Что бы могло значить? Новый оппонент. Джорфи 2014. А, ты вообще говоришь, типа вообще не умеешь миксапить. Так там нечего уметь. Само значение миксапить. Это либо захватить, либо сделать нижний удар, либо удар сверху. И оппонент путается. Стоять ему в блоке, сидеть ему в блоке или ждать захват. Вот не поймешь. И отсюда миксапер. Ты миксапер. Сам Mortal Kombat построен на миксапах. Суть игры — миксовать. Ты, по сути, с рождения миксапер. Юля, кексик, кексик. Here to face the Grand Master. I'm here to take your place. You are not ready, Frost. Let's go, ребят. У меня длинные удары. Ой, хорошо было. Саб-Зиро непривычно замораживается. Ты крутой. Ой, он реально крутой. Комбо не умею. А комбо уметь здесь не надо. Здесь есть герои, которым комбо не надо делать. Гляньте, что творит. Ой. Бемс. Зарядил в прошлом раунде. Yeah.
Если бы не комбо, я бы подох. Блин. Не знаю, чё он так торопится. Не выгнешь. Будет играть еще. Будет еще играть. Но смотрим. Ну, попробовал я бы на этом раунде не использовал. Ну да, не законфирмил я, к сожалению. Не законфирмил. Играем дальше. Можно боится на прыжке. Экзита, привет. Да что такое? Туда-сюда ходит, глядь.
Ой. Ой. Блин. Он меня сейчас уничтожит. Что за баба? Я после 9 МК не слежу вообще. Это просто. А, это онлайн, ух ты. Матюки пошли, значит. Чел. Такой-то. Ливнул вообще. Пипец. Саб-Зира. Ну, миксапер, да, видите, вот. Миксапер, да. Тут ничего не скажешь. Ждем, наслаждаемся красивой загрузкой. Нам больше ничего не нужно. Только это и все. Да? Да. Поединок, соревновательный, рейтинговый бой. Могли бы покороче придумать, на самом деле. Советы в списке приемов можно узнать, на что способен ваш персонаж. Угу. Бонус за серию побед. 15% к опыту профиля. А я к ОГЭ по физике готовлюсь. О, ОГЭ. Нормально. А я сдавал черчение, информатику, математику и русский. Но у нас не было ОГЭ. У нас после 9 классов было что-то другое. Я забыл, как называется. ГИА. Точно. ГИА мы сдавали. Государственная итоговая аттестация. Вот. Frost. Черчение? Но в некоторых школах нет, да. Ну, раньше можно было чертить проекты. Ну, что-то вроде, если ты будешь архитектором. Или геометрические там всякие фигуры выполнять, да? Сложные. И тебе в точности до миллиметра нужно все прочертить, чтобы все совпадало. Тебе дается эскиз, ты вымеряешь и создаешь три плоскости в разрезе. И сдаешь. Учитель черчения никогда не попадет в рай, потому что она чертила. Да. К сожалению, да. Черный юмор. Но учителям были прекрасные. Учителя прекрасные были. Погнали, ребят. Готовимся, готовимся. Чел лагает жестко. Очень жестко лагает. Сброшу его, братан, в угол. Вот так тут будет лучше. Вот здесь я лучше расположусь. Так. Ха-ха-ха.
Should be able to reload it at all. Finish him. Да. Но он пока не понимает, что происходит. Пока не понимает. Так. А почему у него башка съемная? Что происходит? Фрост — это робот. А начали создавать клан Лингвей, где Саб-Зиро, где Скорпион учились. Соответственно, киборги были. Ну и, соответственно, одному приделали конечности. Поэтому некоторых людей воскрешали, и они дальше жили благодаря имплантам. Ой, он хорош. Ой, опасно. Башка почему снимается? Потому что дистанционная передача есть. Живет только голова. Остальное все робот. Понимаешь? Мозг-то не нужен для рук, для ног. А нет, нужен. Ну, типа... Там достаточно всего в маске, во всяких этих штучках, в голову встроенных, чтобы мозг самостоятельно мог жить, поддерживать жизнь на специальной энергетической батарее. И тело также живет, и по блютузу они передают друг другу информацию. Мозг по блютузу передает информацию, чтобы руки, ноги двигались. Вот. Новая технология блютуз. Вот. Голова взрывается. А это лужная голова. С кайфом, да. Тоже хочешь, что тебе ноги, руки отрезали и вы вставили импланты? Ты представляешь, ты должен по показателям вымерять чувство давления. Ты можешь сам себя раздавить рукой. Ты такой на клавишу нажимаешь. Это же там сустав должен до определенного градуса достигнуть. И такой бац, проткнул клаву. Не поиграть. И ешь такой ложкой пельмешку. А ложка повернулась на градус ниже. Пельмешка скатилась в тарелку. Не поесть. Пошел кофе заварить. Ложечкой под определенный градус берешь кофе. Оно по столу всему сыпется. Кофе не попьешь. О, на кону рейтинга. Вы гляньте. Мне 138 дадут. По блютузу 5.1. Да нет, там скорее всего, как на Nokia. По экпорту. Так не только себя можно на лепеху раздавить.
Ну да. Мне кажется, в первую очередь ты кое-что раздавишь в лепюху. Чел в агрессию играет. Я понял. У него боксер, у него командник. Ты хочешь мне? Я хочу тебя. Я же присел. Икпурты. Туда его, да. Да-да-да. Я удел. Агрессивный чел. А чел потеряет кучу рейтинга, потому что я типа новичок. А он... Он достаточно профи, у него высокое звание. И он из-за того, что проигрывает, он потеряет рейтинг. Ему сейчас нужно собраться. Он сейчас посмотрит, а чё за Вазет ТВ? Пробивает по компу. Пробивает. Такой, ага, стример. Он злой. Какой наглый. Окей. Так. Да его. Так. Да, захват. Не подойти ничего.
Он не смог подойти ко мне. Неправильно распределил приоритет. Бэнс. Боец. Меня повысили. А фаталити? Нельзя фаталити. Слишком обидно. Слишком обидно людям становится. Потом приходят, матюкаются у меня в чате. Ну, это является унижением. Ты ему еще приседаешь вот так вот. Вот. Поэтому это является сильным унижением. Хорошо, уделали этого. Пока что у нас 6 игр, 6 побед. Ни одного поражения. Следующий бонус победы 7. 7-ю победу сделаем, будет еще бонус. 17 пинг, блин. Пинг отличный вообще с ребятами. Давайте посмотрим. Против кого играет Ахиллес? Нуб Сайбот, ребята. Это Нуб Сайбот. Ну, конечно, поприкалываться интересно, но потом как-то надоедает, что с тобой никто играть не хочет из-за того, что ты слишком токсичный. Но в каждой игре же есть традиция, типа, унизить. Следующий, ребята. Он хорош. Я ждал его. Затычку дает. Два раза затычку дает. Получилось у меня. Два раза тычку не давай. Видите, зажал как. Он два раза тычки дает, его слабость. Захват хороший. Ой, ребята, не получается меня выиграть. Что-то все слабые какие-то. А в чем заключается моя победа? Если ты тыкаешь, сидя, да, сидя бьешь, и я заблочил, то мой ход. Yeah.
он играть будет, нет? О, начал. Хорош. Он после тычки лезет. Молодец. Молодец тоже. Battle Blow. Он задел меня. Ладно, я сделал ошибку. Тоже молодец. Нельзя так вставать. А? Когда я кидаю голову, она не взрывается сразу. Этим нужно пользоваться и идти вперед на меня. Пока я вот этот вот кидаю голову, такой прихожу в себя. Есть время подойти ко мне и дать мне леща. Как я все грамотно сказал? В рифму. Онлайн. Комбат Лиг. Ну что, у нас 35% бонуса. Серия 5. Сильных оппонентов нет. Блин, сидишь, убиваешь всех. Просто всех убиваешь. На самом деле, что-то я подустал. Подустал выигрывать. Не то чтобы это было потно. Ну, что-то 7 побед подряд, ну, не знаю. Нубы какие-то попадаются. Ну, не то чтобы это было обсирательски. Просто они бьют в блок. Но когда ты попадаешь в блок, вот ты заблокировал. Все, твой ход, ты начинаешь идти. Это так же и в боксе, так же и в реальной жизни. Ты заблокировал парочку ударов, иначе идешь в ответку. Нужно и ходить по очереди, и быть готовым к этому, что тебе, ты дашь в блок, и тебе дадут потом сдачу, и ты тоже должен заблокировать. Но ребята этого не знают. Они думают, что они, если ударили в блок, они еще должны бить в блок, и потом еще без остановки. Тут нет шкалы выносливости, но зато есть кадры. В большом минусе. И идет вперед. Дизреспект это называется. Таких игроков дизреспектит. Ты дизреспектишь оппонента, потому что лезешь всеми сериями подряд в блок. А там мой ход, и я бью первым. И игра неинтересна. Я в доту пошел, удачи. Давай, удачи. Я пошел домой тогда. А, я дом. Я пошел спать тогда. Счастливо. С нами были Экзито. Мистер Даргинес. Леново. Спасибо, что смотрели. Всем пока. Всем шашли.